Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про музейну справу у Дніпрі. З нами директор музею машини часу Михайло Прудніков. Михайло Прудніков, директор Дніпровського музею машини часу. Освіта – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Протягом багатьох років займався автоперегонами. Автор низки проєктів, пов'язаних з ретромашинами. Жінка і авто, віртуальна канатна дорога, автопробіги, хобі, історія, подорожі. Михайло, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, пропоную почати з загального такого питання. От музейна справа у Дніпрі, те, про що ми заявили у темі нашої розмови. Наскільки, з вашої точки зору, вона взагалі розвинута і чи достатньо у нас відповідних культурних закладів у місті? Прошу. Ну, вы знаете, ну, перед Новым годом я увидел тот подарок горожанам, который сделал Борис Альбертович, это музей истории Днепра, но пока эта обертка еще не открылась. То есть я думаю, что когда люди смогут увидеть это не только на фотографиях, а реально туда прийти, они поймут, что это очень серьезный современный музей. Ну, я тот, который посещал такие музеи в Украине, ну, в количестве, наверное, ну, в большом количестве, я скажу, что на сегодня это самый интересный, интерактивный музей в нашому місті. Так, так що, ну, власне, так, я також його бачив тільки на фотографіях, все, я туди ніяк не зайду, навіть як журналіст. Тим не менше, сподіваюся, що найближчим часом все-таки ці карантинні завершаться моменти. Якщо продовжити ваш вопрос, то у остальних музеїв все складніше, ну, тому що, ну, опять же, зв'язано з карантином, тобто музей тільки набирає ход, потім з'являється локдаун. Сейчас опять вроде бы все неплохо, но мы знаем, что это скоро закончится. Поэтому тяжело планировать какие-либо мероприятия, потому что они все затратные. Ты с кем-то договариваешься, потом что-то отменяется. Или такая, ну, мы понимаем эту ситуацию. То есть я не жалуюсь, просто объясняю. То есть только начинается по телевизору прессинг о том, что коронавирус увеличивается, и кто-то где-то кашляет, это сразу отзывается на наших посетителях, то есть мы ощущаем, то есть в выходные пришло 80 человек или их пришло 40, то есть это вот достаточно одной хорошей, сочной телевизионной передачи, все в ваших руках. Так, Михайло, ну, щоб завершити такий загальний, навіть не блок, а загальне таке питання, да? От достатньо взагалі закладів, чи хотілося б все-таки більше? От вам навіть як не директору музею, а як містянину? Вопрос очень сложный, то есть смотря кто как к этому относится. Достаточно много у нас музеев. Если посчитать, сколько у нас вузов, сколько у нас заводов и фабрик, то каждый приличный завод и приличный вуз имел при себе музей. Но дальше все находится в руках сегодняшнего руководителя вуза или сегодняшнего, извините, поменявшегося хозяина какой-то фабрики или завода. Потому что он для себя принимает решение, надо ли ему знать историю, или он ее хочет писать. Вот сегодня 2021 год, и я не знал, что было с этим заводом и фабрикой 50, 30, 100 лет назад. З нікуди йду, фактично, в нікуди і виходить. Пане Михайло, пропоную поговорити вже на якісь такі більш конкретні теми, зокрема, музей дитинства. Нещодавно був він відкритий, ви до нього маєте безпосереднє відношення, власне, якщо я не помиляюсь, у лютому, так, він відкритий? Открылся. Вот вы знаете, тут дату вы меня попали, я не могу вспомнить. Да, да, но сложный вопрос для меня. Здається, у лютому чи на початку березня. Пане Михайло, а все от того, что мы собирались его открывать 3 раза. То есть оно, весь разговор велся с лета, мы готовились, да, мы были готовы. Да, ну, власне, вот про це расскажите, да, так да, уж ну, опять же, ну, ну, это не самая интересная история. То есть за счет отсрочки карантина мы свою работу сделали только лучше, в данном случае. То есть поэтому и нет этой конкретной даты, потому что она все время смещалась, я и не помню, когда мы его открыли. Так, ну, якщо говорити саме про передісторію музею, да, як виникла взагалі концепція його, як виник задум створити саме музей дитинства? От про що
що це? Та, ну, наверное, все заложено очень просто. Я ездил, трамвай у нас, вернее, троллейбус по Кирову идет пятерка или четверка? Пятый. Пятый. Ну, вот я по проспекту Кирова всегда ездил в спортивную школу. Не, ну, может, вас сейчас поменяли, ну, колись, да, так, когда-то, 30 лет назад. То есть, угу. Вот ездил пятый троллейбус. И в меня этот вложилось это комбинат игрушки, остановка. Угу. Она и сейчас есть, комбинат игрушки. Наверное, это. Поэтому пришлось сделать музей детства. Так, ну це про ідею, а про саму концепцію, да? Тобто, от, ну добре, є така зупинка громадського транспорту, да? От, хочу створити музей дитинства, а як я буду створювати, і з чого? От про це, будь ласка. Знаєте, ну на сьогоднішній момент просто поставлена галочка, тобто він є. Работы предстоит еще много, потому что информацию мы собирали, мы писали библиотекам, то есть мы искали, кто сейчас управляет комбинатом игрушки, потому что мы хотим знать корень, опять же, то есть как возникла игрушка в нашем городе, кто ее производил. То есть мы обращались к промышленным предприятиям, потому что ну, видеть просто гномика или видеть автомат или избушку на курьих ножках и говорить, что это сделано в Днепропетровске, ну этого мало. То есть под это нужна какая-то история, то есть кто разработал этот дизайн, из каких материалов это было сделано. То есть, ну, опять же, что продавалось из-под полы. Мы, например, это вот выяснили, это интересная информация. То есть мы теперь можем, когда к нам часто приносят подарки в музей игрушки, ну, в основном это все-таки гномики, потому что, ну, это считалось, во-первых, дефицитной позицией. Но недавно мы узнали, что раскраска гномиков была заводской. И гномики для себя были, оказывается, те, которые выносились в сумки. То есть, когда мы видим ярко разрисованного кота или гномика с дополнительными там, цветочками, возможно, даже ему пришивали дополнительные волосы, этот кот был сделан для того, чтобы его продать где-то на рынке. Угу. Так, пане Михайло, а от якщо знову ж таки я постійно повертаюся до історії історії, що називається, да? От чому саме ця будівля, проспект Нігаяна, колишній проспект Калініна, да? Чи важко було її, скажімо так, обрати? І, взагалі, які дозвільні документи потрібно було? У частних музеїв є один складний вопрос. Что независимо от того, что сегодня плохая погода на улице, идут те посетители или нет, ты должен обслуживать это здание. То есть мы не государственный музей, где есть определенная сумма в год, и тебе она приходит, лежишь ты, сильно бежишь, или у тебя происходит мероприятие или нет, удачный ты музей или нет. Мы все должны ну, делать... Ну, там тоже есть певная бюрократичная процедура. Ну, есть, но да. От этого мало что меняется. Ну, максимум директора могут поменять, и все на этом закончится. Ну, или зам. У нас другая ситуация, поэтому нужно было подыскать приемлемое здание по карману, потому что мы его купили, мы сделали сами ремонт, поскольку мы понимали, что в любой вновь созданный музей сразу люди не ходят. А поймать себя на том, что мы будем платить арендную плату, из чего, ну, это сложно. Поэтому изначально искалось вариант здания по сумме, то есть она... как бы нас устраивало, потому что район на тот момент он промышленный, еще в тот момент был оранжевый дым, как ваша стена, из трубы шел, это уже после этого поставили электрофильтры. И здание само по себе было историческое. Ну, а в принципе в этом во всем виноват, опять же, как вы меня представили в начале, что мы занимаемся организацией автопробегов. То есть и один из таких двухгодичных автопробегов, пробег Миклашевского между заводами, который был, он был как раз по этой промышленной зоне бывшего Брянского завода. И с Валентином... Потом это была Петровка, зараз он называется ДМЗ. Да, да, да. Он был Евразом тоже когда-то. Угу. То есть, и вот с Валентином Старостиным мы осматривали этот район именно для того, чтобы... Это известный днепровский историк, который занимается историей места. Ну, может, кто-то не знает. Конечно, правильно, это так и надо сказать. То есть, именно благодаря Валентину Старостину, то есть, это не было во мне знания этого района и так далее. Он именно меня ознакомил, он показал Морозовский мост, показал красивые здания этого района и вот обратил внимание как раз на это здание с башенкой. То есть мы находились абсолютно рядом, я увидел там название автошколы, и все на этом, был такой мельком эпизод. Ну, а потом, как говорится, подключился интернет, все остальное, и как бы оказалось, что эта автошкола продается. И мы это полуподвальное помещение приобрели, в течение года сделали ремонт, в котором были свои проблемы с определенными службами, но все закончилось хорошо. Проблем не было только с управлением культуры. Когда ты хочешь создать музей, пишется письмо, создается... Областное управление.
Чи міське? Нет, наша гуманитарная политика, она сейчас называется. То есть, департамент, ну, и политика, кто хочет создать музей, то есть нужно туда обратиться. Но у нас на тот момент это все-таки филиал, то есть, ну, для нас это было совсем просто. То есть мы написали, указали количество экспонатов, указали тему какую, ну и с нас даже никто не попросил взятку. Да, и вперед, да, сказали. До речі, я от, ви про це сказали, не планував, чесно, питати, але все ж таки, да, от ви сказали, що музей є приватним, да, частним, ви сказали. Так само, як і музей машини часу. Да. З вашої точки зору, от, для музейної справи взагалі важливо, чи є музей приватним, чи є він державним? Чи це не важливо, не впливає ніяк? Ну, ваше бачення цікаво. Він має бути різним. То есть, потому что меняются тенденции в государстве, то оно уделяет внимание музеям, то она их забывает. То частник на коне, то он не на коне, потому что вспомнили про музей, вложили в нее миллионы, вложили в интерактивность, сделали ремонт, и все пошли в государственный музей, а у частника такой возможности нет. Наоборот, потом забыли про музей, а частник может делать, что хочет. Ну, то есть, ну, волна. Угу. Стосовно самої експозиції, от, як ви її створювали, тобто де ви брали ці експонати, чи важко було, чи важко домовлятися взагалі з власниками тої чи іншої речі, да? От, наприклад, у мене є якісь речі, які, які просять у мене, наприклад, той же історичний музей. О. Але знаєте, я як історик за фахом, все-таки мені важко з цим розстатися, да? І кажу, вибачте, потім колись можливо. Вот как у вас это відбувається? Ну, понимаете, мы когда создавали концепцию нашего музея, предметы, которые есть у нас, они вот, у нас отсечка, это 1960 год. Мы не хотим прыгать глубже и, ну, что-то на аукционах покупать 18 века. У нас изначально наш музей построен так, чтобы человек, который пришел в музей, сказал, у меня такое было. То есть для того, чтобы он себя узнавал и он еще был живой. Поэтому как бы у нас нет вещей в музее детства, которые, ну, очень-очень дорогие. Ну, то есть это объявление, ну, может быть, для тех, кто когда-то там подумает что-то сделать. То есть у нас обычные предметы, с которыми вы встречались. В нашем музее как бы на сегодняшний момент расположены все практически наши предметы, кроме подарков, которые, опять же, в момент открытия нам хороший старт дал Борис Альбертович. То есть он подарил подарки. И вот за счет того, что на открытии принимал участие лично мэр, я считаю, мы очень хороший журналистский старт получили. Потому что так бы мы о себе долго заявляли, а так все телеканалы основные присутствовали, и все резко узнали, что такой музей появился. То есть за это большое спасибо. Ну, до речи, я планував також приехать, на жаль, не вийшло. Вам минус. Ну, сподіваюсь, доїду, в принципі, так. До речі, стосовно, знову ж таки, місця розташування, да, це промисловий район, це проспект Нігаяна, да, чи не хвилюєтесь ви за те, що менше народу буде туди ходити, да, ми знаємо, поряд там органний зал, тобто є певні питання елементарно. Знаєте, доїхати туди. Зараз відбувається якесь странне совпадіння обстоятельств, що, ну, коли я відкриваю Facebook, то всі екскурсії, які намагаються організувати частні экскурсоводы, они почему-то идут по пути следования нашего музея. То есть почему-то именно этот район ДК Ильича, филармония, бывший Брянский литейный завод сейчас очень интересен. То ли от того, что другая часть города уже, ну, не такая нетронутая, то есть, а там в первозданном виде все находится. Поэтому сейчас там определенный, ну, как говорится, интерес даже к этому району. Ну, если так посмотреть, вот плюс-минус километр, то мы начинаем с того, что у нас на углу проспекта Нигаяна Яна и Щепкина находится филиал Центральной городской библиотеки. То есть дальше у нас находится ДК Ильича, чуть ближе бронепоезд. Дальше находится областной наш органный зал. Чуть дальше помещение музея завода Петровского. Чуть выше музея Петровского идеальные два дома бывших главного инженера и директора завода Петровского, то есть являющиеся памятниками архитектуры и опять же с библиотекой. За нашим музеем находится Морозовский мост пешеходный, который с него вид открывается на железную дорогу и на весь этот промышленный район, ну, просто великолепный, такого больше нигде не увидишь. То есть, если с этой точки зрения брать, все очень даже интересно. Да, а власне, от ви сказали, що на відкритті був мер, да, залучити, і завдяки цьому, в тому числі, вдалося більше преси, більше представників ЗМІ, ви сказали, що були якісь подарунки від нього, що подарував?
Ну, это всегда интересно, и мы даже внесли это в экскурсию. То есть мы собрали сейчас это в отдельный ящик. То есть нам подарен столярный набор, но которым, видно, пользовались на уроках труда. То есть там идет пила, молоток, ну, все, что нужно для того, чтобы изготовить, я так понимаю, табуретку. То есть и когда теперь идет экскурсия, очень интересно людям узнать, какие были подарки. То есть мы показываем подарок от нашего мэра. Еще подарил нам Евгений Викторович Хорошилов тоже свою игрушку. Начальник управления культуры. Да, да. И даже у нас был Корбан, и он нам передал очень редчайших солдатиков. То есть это американские солдатики, абсолютно новые, где-то 70-х годов. Как их видят коллекционеры только этих солдатиков, говорят, это очень дорого. Ні, я був у нього, до речі, в приймальні, у нього кілька тисяч таких солдатиків. Да? Я думаю, от невеликий такий анонс на нашому сайті найближчого тижня, можливо, буде окрема стаття про це. Якраз да. Про увлечення. Да, да, да. Пане Михайло, таке питання. От, експозиція, вона створюється так чи інакше, да? А чи багато доводиться на це витрачати коштів? І що це за кошти? Це власні, це інвесторські, це гранти? Звідки беруться? Ну, понимаете, в основном это свои деньги, ну и то, что мы получаем от посетителей в виде билетов. То есть и расширение на сегодняшний момент экспозиции происходит, ну или под определенные выставки, ну как вот у нас сейчас на кону великое событие, 60 лет космонавтики. То есть мы активно выкупаем всех астронавтов, космонавтов, луноходы и все тому подобное, потому что музей, ну, будет посвящен именно этому большое течение месяца и выставка, и мастер-класс. Остальные тенденции, когда мы хотели показать комбинат игрушки, но нам не хватало некоторых вещей. Но опять же, почему-то, когда только думаешь, что тебе этого не хватает, тебе это приносит. Пан Михайло, стосовно музею дитинства, я так пропоную трохи підсумувати, чи планує він іти в люди, як це робить, скажімо, музей машини часу? Якщо так, от, в яких форматах? Щоб гномики вийшли із музею, солдатики. Ну, якось, я не знаю, якісь от ви влаштовуєте автопробіги, ретро-авто, да? Якщо ні, то просто ні, перейдемо до наступного. Ми так можемо з вами до утра договорити. Тобто, ну, вчора був останній день прийому грантових заявок від проєкту «Культурная столица». Ну, вот как раз это тот вопрос шире предыдущий, как вы говорили, грантовые программы. То есть музей машины времени, ну, раза четыре выигрывал такие проекты, создавал большие выставки, потому что многие выставки требуют финансов больших. А музей дитинства, он только создался, и поэтому вот это его дебют. Мы подали проект на «Гноме на Луну». То есть мы с вами знаем, или наши родители знают о том, что ЮМЗ выпускал велосипед-гномик в количестве 150 тысяч штук в год. Я не знал, честно. Да, да. И, грубо говоря, невыполнение плана по гномикам было такое же, ну, лишение 13-й зарплаты и недофинансирование завода, как бы они ракету не собрали. Поэтому, когда мы собирали информацию по товарам народного потребления, есть большие воспоминания о том, что там лично Кучма ездил в Москву уменьшать план на гномики, если они их не успевали, потому что их требовали, и они были востребованы. Тодешний гендиректор завода. Да. То есть, поэтому мы решили уделить этому внимание, поскольку вещь как бы есть в каждой второй семье. Но, опять же, все хотят что-то интерактивное. Но одновременно этот велосипед не устарел, потому что даже моей дочке 4,5 года, когда она приходит в музей и видит гномик, она с удовольствием на него садится и сразу начинает ехать, но ничего не поменялось. Но мы знаем, что они хотят большего. Мы знаем, что в КБ Южном есть лунный модуль. Поэтому мы как бы продолжаем тему того, что мы все-таки космическая столица, и когда мы сделаем этот проект, а это заложится в детей, которым 4 года, проект у нас такой. То есть на станине выставляются два гномика, которые, ну, не будут ехать по поверхности. Они будут просто крутить педали за счет того, что кто крутит педали быстрее, будет создан макет Луны, Земли, и вылетают две ракеты. То есть кто быстрее крутит педали, как бы пролетает это расстояние и приземляется на Луну быстрее. То есть вот такой... Такой легкий проект мы создали. Такая же пара идет для велосипеда «Зайчик», но уже там другая вековая категория. И для нашего брендового известного велосипеда «Украина», который выдерживает удар «Краза».
Так, пане Михайло, пропоную перейти до машини. От і я ж про те, що говорити можна довго. Пане Михайло, все-таки планую, але, на жаль, так, час обмежений, не так багато у нас його лишається, на жаль. Пропоную перейти до машин часу. Знову ж таки, можливо, кілька слів для тих, хто живе у місті Дніпрі, але не знає, не чув, що за музей, коли виник, яка концепція, що там знаходиться. Ну, нам йде 6-й годик. У нас порядка 50 транспортних средств, это автомобили и мотоциклы. Висит у нас сверху полтора самолета, то есть один настоящий планер и разрезанный Л-29. Им вчера активно интересовались журналисты, потому что у вас почему-то за 30 лет кто-то заметил заброшенный аэропорт в Широком, что там кладбище самолетов. Они там 30 лет стоят, приходили вчера, брали интервью. Вот один из самолетов учебных Л-29 висит у нас под потолком. Ну, вы знаете, как оно бывает. Кто-то один опубликовал, оно разошлось интернетом. Да. Так, и все. То есть вот наша коллекция состоит из техники, но если бы это было все, то не было бы музея детства. Потому что мы как бы не показываем сухую технику, нас интересуют личные истории, мы все время лезем в разные предметы. У нас внутри музея есть кафе, там, где мы обустроили витрину, ну, которая как бы не пустая, а на ней собраны все самые страшные дефицитные товары, которых не было 30 лет назад. Даже если зайти в наш туалет, то там тоже можно встретить чугунного друга, чугунный унитаз с цепочкой и другие предметы, которые, ну, как бы были тогда. А вот останнім часом, что цікаво відбулось в музеї, можливо, якісь нові експонати з'явились? Опять же, для того, чтобы мы не работали с холодным железом и быть в духе времени, мы сняли 3D-драйв, новый проект, как правильно называется. Это накшталт кабинки? Да, это продолжение. То есть смотреть и управлять. То есть смысл такой, то есть у нас 10 экспонатов, на которых мы с осени снимали разные ролики. То есть, допустим, есть глиссеры скоростные, они летают по Днепру 150 км в час, но сесть с него обычный человек не может. Есть Дмитрий Лебедь, чемпион там всевозможных кубков и званий, который выиграл чемпионаты Украины. Мы установили камеру виртуальной реальности, которая снимает на 360 градусов. И это позволило после этого эту съемку одевать виртуальный шлем на голову. И вот ты едешь потом как бы за рулем этого катера, смотришь на все возможные вверх-вниз и полное ощущение этой скорости. То есть кроме катера снято это в кроссовом мотоцикле, это снято в мотоцикле с коляской. И там банальная история, мы едем по селу, по бездорожью покупать картошку. Это снято в снегоходе, мы спасаем летчика, который потерпел крушение. У нас есть поездка на дрезине, на которой тоже обычный человек не может поехать на мотодрезине. Ну и вообще по железной дороге на чем-то частном. Мы специально договаривались с комбайновым заводом. И мы едем на дрезине с 15-суточниками. Даже есть ссылка на статью, за что они сидят там, за мелкое хулиганство. И мы выезжаем с ними чинить стрелку, попутно везде управляя этим транспортным средством. Ну, их еще 5, можно долго продолжать. Пане Михайло, я хотів би запитати стосовно конкретного експоната, який можна, так би мовити, потрогати руками, і який, ну, я не знаю, я був у машині час, на відміну від музею дитинства, туди, сподіваюся, скоро також доберуся, це Mercedes Pullman. Такий цікавий дуже експонат, який вражає, всім раджу подивитись, хто це не бачив. Да? От його історія, як він з'явився, чи дорого він коштував, скільки вам обійшовся? Ну, це якраз той случай, який ви задавали в музеї дитинства, тобто там всі експонати практично наші. Тобто в даному випадку ми предоставили площадку для того, щоб Mercedes перезимував і, ну, кажеться, одновременно себе показав. Тобто ця машина принадлежить частному колекціонеру, точно так же самые два других дорогих автомобиля Хорьха 830, которые у нас в версии кабриолет и обычное исполнение, они тоже редчайшие, они тоже принадлежат частным коллекционерам. То есть у Мерседеса здесь интересная история тем, что представленный Мерседес 40-го года мог быть вообще последним автомобилем в коллекции, в производственной линейке Мерседеса, поскольку после войны заводы Мерседес были разрушены авиацией союзников, то есть Англии и США. И сбор акционеров Мерседеса происходил в Штутгарте, и они обсуждали, а будем выпускать пишущие машинки,
или стиральные машинки, или, может быть, будем делать Мерседес. Но заводов нет. Фактично та ситуация, что у нас Южмашем, да, была, что будем нового на початку 90-х. Ничего нет, все разбомблено. И все-таки они решили попробовать выпускать довоенную модель 170-ю, не такую дорогую, то есть никто не бежал за новациями, то есть они 6 лет назад то, что выпускали, нашли эти пресс-формы и начали выпускать Мерседес. То есть, ну, как бы и у них все получилось, и эпоха Мерседес не прекращается. Добре, тоді ви перехопили трохи так моє наступне питання. От, а який у машинах часу найдорожчий експонат? Це з одного боку питання, а з іншого, який є найціннішим особисто для вас? Понимаете, этот вопрос всегда обижает мою жену. Потому что как бы вот любую машину, которую ты создаешь, это фактически ты держишь определенный гарем. То есть, ну, наша коллекция, она ушла уже за пятый десяток, и когда ты начинаешь делать автомобиль, ты ждешь, когда он выйдет, когда он станет на свои ножки и поедет, и начнет всем нравиться. Этот процесс очень долгий, там не хватает одного, третьего, десятого, где-то что-то нужно поискать. А когда он уже поехал, процесс состоялся, ты получил удовольствие от того, что ты создал эту машину, она нравится людям, и появляется другой проект. И как бы получается это измена, то есть ты любил проект, пока он создавался. То есть вот получается, что каждая машина, которая идет под какой-то проект, она любима. Но она любима вот определенный кусочек времени. Угу. Пане Михайло, от у нас залишається буквально 2 хвилини і 2 питання, так, якщо можна коротенько. Да? От, з вашої точки зору, повертаючись до теми нашої розмови, музей має бути статичним чи інтерактивним? Чи тут немає єдиного рецепту? Буде він статичним, він буде холодним, як пещера. Тобто, а буде він інтерактивним, то будуть ходити люди і буде стояти очередь. Угу. Так, і вже підсумовуючи, найближчим часом, які заходи плануються і машини часу, і музеї дитинства? Ну, от я тільки вчора анонсировал на телеканале «Відкритий», то есть нужно приходить, у нас будет большой пробег за фигурами. То есть Карен установил в городе мини-скульптуры, и первый раз в городе машины собираются весной. Это 18 апреля в 11 часов, фестивальный причал, мы соберем около 30 автомобилей и поедем по городу искать эти мини-скульптуры. То есть жители могут увидеть машины на фестивальном причале, а те, кто приедут, ретро-владельцы автомобилем, которым более 30 лет, они получат удовольствие и найдут мини-фигурки, которые разбросаны по всему нашему городу. Да, ну и будем сподеваться, що ті заходи, які будуть плануватися в майбутньому, їм не завадить карантин. Да, ну, ми чихати склад... не будемо. Да, в складний час нашій живемо. Да, пане Михайло, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директором музею машини часу Михайлом Прудніковим. На все добре.